Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы находимся на сайте playbns.com. Сегодня я вам расскажу о бесплатном русском пиратском сервере Blade and Soul. И тут есть новые обновления, так сказать. Сегодня, 8 числа в 18:00 по Москве, закрывается открытое бета-тестирование. Но на форуме появилась такая новость, что сегодня же будет завершение, но 10 мая в 18:00 откроется полноценная версия. Будет, естественно, вайп, но это будет полноценная версия, где будет больше доработок, больше гайдов, будет новая версия, насколько я знаю. Будет все переделано, и насколько я также знаю девелоперов, они обещают вести полноценный магазин. То есть не то, что со времен ОБТ, но тем не менее. Насколько я знаю, опять же, играть в нее можно будет бесплатно. Как видите, я сейчас нахожусь на форуме сайта playbns.com. Тут все очень просто. Здесь вы можете скачать игровой клиент. Здесь программу обновлений. Тут есть также группа ВКонтакте. И особых каких-то проблем с геймплеем на ОБТ замечено не было. Были периодические вылеты, но их патчами исправили. К тому же форум постоянно обновляется. Активные админы и также участники форумов всегда помогут вам с решением каких-то проблем. Игрушка очень интересная. Сейчас она распространяется только в Корее. Скоро она появится уже и в России. Я не знаю, будет ли она русскоязычная, но явно будет англоязычная. Это 100%, потому что игрушка стоящая, игрушку ждали. Не знаю, кто будет переводить ее, но еще суть до дела. Пока что есть вот пиратский сервер для тех, кому очень больно играть на Корее и к тому же платить деньги. А проблемы скорее были только в том, что там есть такое понятие как пинг. То есть для того, чтобы поиграть, вам нужно, во-первых, заморочиться, а во-вторых, сам процесс игры будет довольно болезненным по причине тормозов и лагов. Лаги будут связаны с взаимодействием с сервером. Вот такие вот дела. Для тех, кто хочет распробовать БНС-ку в России, в странах СНГ, в Европе, милости просим на бесплатный пиратский сервер. Там версии отстают, конечно, от Кореи и от Китая, насколько я знаю, но это не сильно, потому что, во-первых, обновления не так часты, я имею в виду глобальные обновления. А патчи выпускаются довольно часто. Поэтому вот такая вот информация для вашего восприятия. Для тех, кто хочет попробовать Blade and Soul, все ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.